Столица, где проживает большая часть электората, выбирает наиболее авторитетных лиц. Тех, кто будет представлять интересы горожан в гражданских хуралах префектур. Впервые выборы проходят с использованием Е-паспортов. Как отмечает глава Харона данного участка, это значительно упрощает всю процедуру подсчета голосов. Вчера мы провели выездное голосование с использованием мобильных ящиков. На дому проголосовали 29 избирателей. Эти выборы проходят с использованием электронных удостоверений личности, и это является большим преимуществом. Можно видеть изображение тех, кто голосует. Все данные представлены, поэтому невозможно дублирование или повторное голосование. Не нужно также оставлять пометки на пальцах избирателей, так как сразу видно, кто проголосовал. Все хорошо организовано, ясно, что нет никаких возможностей для махинаций. Все четко и ясно видно на экране, представлены все данные тех, кто проголосовал. Прошедшие выборы в столичный парламент и Великий народный Хурал уже показали, что автоматизированная система для подсчета голосов работает безошибочно. Думаю, так и будет на этот раз. Использование электронных удостоверений личности позволяет получать детальные данные. На 10 часов утра на этом участке проголосовало 129 человек, из них возрастную категорию от 18 до 25 лет – 9 человек, от 26 до 40 – 12 человек, 34 избирателя в возрасте от 41 года до 55 лет, 74 человека старше 56 лет. Всего 60 мужчин и 69 женщин. Здесь работают наблюдатели от трех партий – МНП, МНРП, Демпартии. Я сам представляю МНП. Пока только один бюллетень оказался недействительным. Сказали, что причиной стала неверная отметка на бюллетене. Электорат 6-го избирательного участка префектуры Сухобатора составляет 2451 человек. В первой половине дня была отмечена невысокая активность молодежи. На этом участке также проголосовал спикер парламента Энгболт. Он прибыл в 12 часов. Местные выборы имеют особую актуальность, так как они определяют тех, кто будет работать непосредственно с вами в префектурах, самонах, а затем они же будут выбирать глав администрации. К выборам нужно отнестись очень серьезно, может даже серьезнее, чем к выборам ВГХ. Процедура голосования упрощена до нельзя. Сейчас я все сделал примерно за минуту. Долгарсурен Атганбат, Аист, Монголия. Вот это.